Дэдсон, Роад Кинг Классик, 1450. Обслуживался в Ред Бароне, ключ один, пробег 25 500 километров. Такие вот туманочки, красивая глазастая фара по резине. Ну, резина, понятно, в хорошем состоянии, год непонятен. Так, по тормозным дискам в порядке, колодки остаток приличный, по хрому весь чистенький, в прекрасном состоянии. Есть только вот замечание вот здесь вот на люстрах чуть-чуть, и в принципе все. Так, весь хром по двигателю, по ручке, фаре, всему остальному вообще весь в порядке, вопросов нет. Подножки и такие, весь целенький, никаких замечаний нет. Кофры чистенькие, тут японец все сделал. Кожа не убитая, не полопавшаяся, ничего не сломано, как это бывает. С этой стороны также по хрому у нас все отлично, все прекрасно. Это очень замечательно. Причем обнаружили такую закономерность, на аукционе покупаешь все хорошо. Здесь мотоцикл чистый, но как только вот он постоит там в порту где-нибудь в Японии эти несколько недель, он становится потом и закисает, и пятна появляются, и все остальное. Поэтому такую технику надо беречь. Морской климат, конечно, вредит немного. Так, зад резина у нас тоже великолепно, остаток приличный. Амортизатор задний у нас. Так, как бы показать ремень, возможности не представляется, конечно, но он там весь целый. Если кому-то надо дополнительные фотки, то сделаем также без проблем. Кнопка выключения, включения люстры, номер рамы, все читаемо. Очень красивый мотоцикл, еще и в белом цвете, вообще песня. Две тысячи четвертый год.